С сентября этого года иностранцы, вступающие в гражданство России, будут давать присягу на верность стране. В текст закона уже вписан утвержденный текст, который должен произнести человек. Порядок принесения присяги установит президент России. Причем, если иностранец откажется от прохождения этой процедуры, то это будет основанием для отмены решения о приобретении гражданства. Однако эта норма касается не всех. От произнесения присяги, например, освобождаются дети до 18 лет, недееспособные люди, а также те, кто в силу ограниченности здоровья не смогут произнести или подписать текст присяги. Также гражданство не получит человек, участвующий в террористической или экстремистской деятельности. При этом супруг, дети террориста не лишаются возможности стать гражданином России.